вопросы, что мы знаем о себе, ищем ответы. Откуда пришли, что делаем, куда бежать и правильно ли бегаем. Чем больше ищем ответы там и тут, тем больше убеждаемся, что нам просто лгут. Нас обманывают общественные структуры и религиозные иерархии вне культуры. Религиозные иерархии нашего мира стоят у основ порока, сегодня они сила. Религиозные иерархии с целью собраны людей контролировать, правлением созданы. Порочную систему нашего образования создали банковские картели, втемяшили знания. И хозяевам плевать на нас и на наши семьи, их волнует лишь власть и контроль. Да ты прав, они свиньи. Они свиньи. Нас намеренно увели от правды в том, что такое высшая сила во вселенной, в том, в котором люди называют эту силу Богом. Я не знаю, что такое Бог, так называемый, но я знаю, чем и кем он не является. И пока мы не готовы увидеть правду, какой бы она ни казалась, истинную правду, какой бы она ни казалась, истинную правду. Если мы продолжим играть в свою игру, то рано или поздно поймем, как кенгуру, что заигрываем со вселенским правосудием, и дела наши будут лишь словоблудием.